Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в Sims 4, дополнение на работу, в сеттинге My Little Pony, если это можно так назвать. В прошлый раз мы немножко разочаровались в работе магазина, в тем, что там ничего нормально не работает. Ну как, мы не можем толком обслуживать персонажей, и мы пошли в бар, наелись там чипсов, натанцевались и выспались, проспались. На следующее утро пригласили к себе друзей в Флаттершай, Пинки с Чизом и Эпплджек. Остальные, к сожалению, на работе. Рейнбоу, Твайлайт, Биг Макинтош и Трендерхуф. Ну ладно, будем таким составом. Забавно, что у меня вся половина персонажей в зимних костюмах, такими, как я ими играла в январе. Вот. И сейчас хочу на моих подопытных гостях испытать вот эту вот фотостудию. Не знаю, как-то их туда затащить и попробовать пофотографировать, что ли. Я вообще не представляю, как это должно работать. Потому что я в первый раз играю во все это новые дополнения и фишки дополнения на работу, да. Кстати, у нас Свити Белль в каком-то веке веселая пришла, возбужденная сразу это самое, восхищаться интересами, оскорбить Виктора. Боже. Ну, наконец-таки она не грустная, а пришла со школы какая-то даже веселая. Интересно, в чем дело? Свити Белли, не первая троечница, явно не последняя. Может быть, в выходные стоит напрячься и улучшить свои результаты. Ну да, домашку поделать. Так, и что же у нас хочет Рерити? Рерити у нас хочет обнять кого-нибудь. Давайте обнимем кого-нибудь. Например, вот Эпплджек. Можем мы ее обнять? Другие варианты. Дружелюбные. Так. Можно дружелюбно обнять? Обнять. Вот. И сейчас будем, короче, как-то с ними взаимодействовать по поводу фотоуголка. Может, мне их и зашипить? Рерити очень не везет на мальчиков, поэтому что-то как-то завести новое знакомство. Может, уже пора переходить на девочек, я не знаю. Да. Некоторым из вас это может быть дико слышать, но действительно, если не везет с мальчиками, что делать? Что делать, как быть? Куда у нас Чиз пошел? Куда ты уже пошел? А, он в игрушки играть, что ли, пошел? Он же у нас любит. Он у нас этот самый... Короче, любит играть в игрушки в детские. Чувак, у меня тоже есть рок. Тоже, давай. Надеюсь, не от Пинки. Кто не знает, Пинки и он женаты. Поэтому, да, браки. А так, а тут что происходит? Так, а что она хочет? Восхищаться интересами кого-нибудь. Вот, давайте восхитимся интересами. Исполним мечту девочки. Получи навык кулинарии. Чувак, прижимай жене, которая сзади стоит. Да, да, товарищи. Пинки, вот ты пока стоишь, вот посмотри, что у тебя за спиной реально, вот буквально реально за спиной происходит. Они нашли друг друга, у них свитеры с оленятами. Да. Я бы сказала, но не буду. Реально, при живой жене рога заставляет буквально вот за спиной. Он, наверное, обиделся, что это у него шапка с рогами, и теперь мстит ей. Пинки мстит, да. Ну, вы поняли. Да, картина маслом. Надо на обложку потом ставить. Как-нибудь вот так. Очень миленько. Ладно, продолжаем. Правильно, Флаттершай. Скажи ему все, что он нам дюрмит. Засмущали. А нефига. У нее тоже бойфренд есть. Как вам сказать? У меня есть молодой человек. А вы вообще замужем. А Пинки чем недовольна? Пинки, ты это все-таки заметила? Или что, я пропустила этот момент? Надо будет на записи пересмотреть. Единорожек, он меня обижает. Ты видели?
Я в восторге. Пинки, скажи ему все, что о нем думаешь. Вот скажи вот прямо сейчас. Черт, ты пропустила весь момент, он ушел. Нет, серьезно, это шикарно. Пинки, бьющий единорог. Вот, вот девушки, до чего мужья доводят. Не выходите замуж, от них никакого толка. Что она сейчас еще пойдет ему все скажет? Скажи ему, Пинки, скажи. Пинки, Пинки. Давай, побей его. Ну, вообще, зараза. Да мы с тобой уже ребенка тут заводить собрались, а ты тут... Ханабола, Снервс, Наба, Понил, Пазой, Барина, Шриг, Шриг, Ренглар, Могариш, Бренабл, Тонга, Ясенарп, Амсун, Бафатамой, Арсис, Вадиса, Бамаду. Интересно, говорит он ее или нет. Вообще-то козел, короче. Чист. Лыбится он. О, ну конечно, да. Чтобы простили, надо поцеловать. Она все еще недовольна. Это еще шикарно. Ты не держал ее за руки. Тебе показалось? Теперь он недоволен. Так прекрасно смотреть, как молодожены ссорятся. Не, он сам виноват, он Флуттершай за руки держал. Я бы на месте Пинки не прощала. Ладно, что у нас происходит тут вообще? Так, Флуттершай сидит, смотрит телек. Я вообще не привела. Очень грустно, почему-то очень грустно. Интересно, а может Пинки с Рарити поссорилась, а не на Чису злиться? Я просто не видела, что там произошло на самом деле. Так, она может... Так, что мы можем с этим фудоглом делать? Сделать групповой снимок взрослых. Сфотографировать. Ага. Ну давайте пригласим всех сфоткаться. А сколько мы можем пригласить? Двоих? Ну, допустим, так. Не будем трогать молодежь. Пускай ругаются дальше. Слишком много посуды. Ну, давайте загрузим. Вся посуда перемыта. Ура. Флати сейчас уйдет. Флати, не уходи. Так, что теперь он пошел убить несчастного единорожку? Бачонги! Мушка Харпене. Не надо только с единорожкой еще заигрывать. Это было потрясающе. Так, ну что? Они медленно и печально побрели сниматься, да? Рерка, давай взбодрись. Видишь, тут две барышни стоят, собрались фоткаться.
О, прикольно. А, это я мышка, если что. Вот так, не вот так. Друганы. Так, а что надо нажать, чтобы сфоткать? А, С. Так, включить направление. А, все понятно. Так, ну давайте как-нибудь еще. А, вертикально можно? Прикольно. Во. Забавно. Качаем скилл фотографа. Прикольно, мне нравится. Выключить вспышку, ну-ка. Прикольно. Давайте попробуем крупничком лица снять. Так. Эй, рука не очень образно получается. Джингл Беллс, Джингл Беллс. Пардонте. Так, и что нам это дало? Получен навык фотографии. Благодаря новому навыку фотографии Rarity может запечатлевать мир вокруг посредством передвижных технологий. Создание шедевра еще далеко, но чем выше будет уровень навыка, тем будут лучше получаться фотографии. Фигово нас сняли. Короче, не айс. Давайте попробуем сфоткать теперь Пинки и Чиза. Если они согласятся. Так. Рарити грустняшка. Жизнь не удалась. Фотограф из меня корабль. Следующий. Интересно, они будут злиться сейчас или нет? Пинки такая, нет, я не хочу с ним сниматься. Да, позируют, как будто ничего не случилось. Так, а если без вспышки? Так, а если вертикально? Прикольно, кстати, мне нравится. Забыл. Симулятор фотограф. Пардон. Надо потом ручную камеру купить. Ручной тоже, наверное, прикольно. Будет. О! Ну, допустим, так. Вы что? Вы помиритесь, нет? Да, они все пошли. Или она просто так ходит между... Чтобы через комнату не ходить? Стесняшка? Слушайте, а если реально ручную купить камеру, интересно? Сейчас. Так. Ручная камера. Так, это украшение. Хобби. Тут проще найти. Или не проще. Электроник. Камера. Цифровая камера. Вот. Ну, что самое крутое? Кристально чистое. А,
Созданная для истинных перфекционистов цифровая камера кристально чисто создает наиболее четкие фотографии на современном рынке фотопродуктов и запечатлевает сотни тысяч миллиардов пикселей на одной карточке. Ценители фотографии смогут разглядеть даже самые мельчайшие детали на любом снимке, но не рассчитывайте на большое количество фотографий. Такое качество имеет свои последствия. На камере нельзя хранить больше 10 фотографий. Ваш малыш или собака показывают умирительные позы, вы их можете запечатлеть каждый их момент. Ваш телефон перегружен фотографиями, купите цифровую камеру, ощутимо посредственную, фотографируйте сколько души угодно, особенно если ваш малыш оседлал вашу собаку как настоящий ковбой. Так, интересно, с фотками можно потом что-нибудь делать? Ну, допустим. Попробуем. Где наша не была? Положить багаж. Что, они все еще злятся друг на друга? Даже после того, как их вместе сфоткали? Да. Они такие. Разошлись, как в море кораблей. Милота. Так, ну, давай, Рерик, пойдем попробуем что-нибудь сфоткаем. Кто-нибудь и кого-нибудь. Так, как камерой пользоваться, интересно? Ее надо взять в лапки и пойти сфоткаться или что? Где наш багаж? Ага, наверное, надо сначала подойти сюда, допустим. Сейчас попробуем. Так, подошли. Сфотографировать. Ну, как это работает? Ага, да, я действительно фотографирую то, что рядом. Прикольно. Осталось фотографии 5. Забавно. Кристально чистая. Да уж, конечно, кристально чистей не бывает. Мне интересно, можно со снимками потом что-то делать, например, продавать? Или нет? Или просто так развлекаловка? Что-то такое высокохудожественное снять, я не знаю. Цветочки? Так, окусь. Так, иди-ка ты знаешь куда? А если сфотографироваться с... Иди сюда. Сейчас будем пробовать. Пинки все еще злая. Так, куда? Нет, это был Джек, не уходи. Мы еще не сфоткались. Так, а Пинки уже ушла недовольная. Знаю, Пинки, на чисто уже ушла. Так, и Чис ушел, наверное. Да, нет, он все еще с игрушкой разговаривает. Теперь тебя домой не пустят, чувак. Все. Мне правда пора. До свидания. До свидания. Подожди, сфотографироваться. Багаж, камера, сфотографироваться с. Ой, она переместилась. Вау, прикольно. Что мне нравится. На заднем плане. А что, круто, селфи? Селфи, чё? Блин, чувак, ты не вовремя, конечно, идёшь.
Так, если повернуть. Ну да, хоть без него. То он вообще в кадр влезает не в тему. А мне обязательно опять фоткать? Не, серьезно. Ну-ка. А сохранились камеры и снимки? А снимки где посмотреть можно, интересно? А, стоп. Сфотографировать. Что это? Качество нормальное. Качество нормальное. А, вот, их можно продать за 5 баксов. Круто. Нет, давай-ка еще раз снимемся. Без этого. Анджи. На заднем плане. Во. А, слушай, прикольно, они позы меняют. Мне нравится. Забавно. А можно я себе в рамочку на стену потом повешу? Я серьезно. По-моему, очень круто. Так, ну и горизонтально еще раз. Блин, настоящие селфи-фотки. Вот что не хватало Sims. Селфи-фоток. Пожалуйся ей, пока она не ушла. А. Слушайте. Восемь, девять. А, это вертикальная и горизонтальная? А, можно посмотреть? Короче, Applejack, все плохо, только ты меня Что там в сети происходит? Да смеется? Единорожка, ты такой смешной. Короче, скажи еще что-нибудь грустное. Групповая активность. Что сказать группе слушателей? Прикольно, раньше групповой активности не было. Кстати, фотки-то мы не посмотрели. Посмотреть кипу. Так. Добавить воспоминания, добавить фильтр. Как вы хотите назвать это? Так, стоп. Интересно. А посмотреть-то можно? Не хочу их называть. А, во. Можно расщелкнуть просто. Так. Качество плохое. Сосредотачивающая обстановка. А это? Это тоже плохое. Качество нормальное. Ну-ка. Добавить фильтр. Добавить воспоминания.
как это будет. Оно куда-то улетело. А если добавить виньетку? Белая рамка. Угу. А посмотреть-то их можно, не? Или только когда фоткаешь? А на стенку повесить? О! А, прикольно. Кстати, это действительно с виньеткой. И они все такие. Добавить фильтр. А, без фильтра. Ну-ка, потом, короче, на стенку повешу. Короче, да. А, я знаю хорошее применение повесить на стенку. Только на какую? Вот сюда. А можно прямо отсюда повесить, пока они там болтают? А. Так. Ну-ка. Это что такое? А, что это такое? Какой гномик там еще вылез? Забавно. Видали это? А, стен мало. Надо. А на окна нельзя? Или можно? Прикольно. А чё, мне нравится. Все, короче, я нашла свое призвание, буду фотографировать. Тоже с гномиком с каким-то. Что за гномики? Это, блядь, смазанное получилось, прикольно. Все. Короче, мы мега крутые фотографы с крутыми снимками. По-моему, очень забавно. Так, там сейчас все уйдут уже. Короче, здорово. Мне нравится фишка фотографирования. Конечно, ну, понятно, что тут он все пикселявое, жутко. Но вот это особенная фишка с внезапно чем-то вылезшим. По-моему, вообще прикольно. Такие реально фотки, воспоминания. Надо будет остальных тоже сюда пригласить пофоткаться. Забавно. И причем, да, их можно продавать реально. Пускай там не за очень великие деньги, но тем не менее их можно же продавать, да? Блин, ну можно было точно продавать. Вот, 2 симуляра. Ну, короче, за копейки, за какие-то, но тем не менее. Вот такие у нас фотоспособности. Бедная Рерка все еще жалуется на что-то. Ну, давайте, наверное, на этом закончим нашу серию. В последующих сериях, наверное, попробуем сходить с кем-нибудь в поход на природу. Собственно, посмотреть второе обновление. Это мне, в принципе, понравилось. Может быть, еще поиграем. Можете написать что-то в комментариях, что-то свое предложить. Вот, надеюсь, эта серия была вам тоже интересна. Ждите следующее. С вами была Тама. Пока!